Близится один из самых почитаемых и ожидаемых праздников – Масленица, который символизирует время проводов зимы и весеннего обновления природы. На Руси Масленица отмечалась всегда широко и шумно. Пеклись блины, проводились массовые гуляния и чинные чаепития в кругу семьи. И без меда, одного из самых любимых продуктов взрослых и детей, не обойтись. В эти дни в Тверь приехали пчеловоды кочевой пасеки Тюриных, которые пробудут в областной столице до 26 февраля. Именно у них можно купить вкусный и настоящий мед. Об этом рассказывает наш корреспондент. 11 лет пчеловоды кочевой пасеки Тюриных из Тамбова приезжают в Тверь. Покупатели всегда ждут открытия ярмарок, ведь именно эти пчеловоды всегда торгуют своим натуральным медом. Покупаю, наверное, уже год 3-4 замечательный мед. Нам очень нравится, очень помогает. Мы считаем, что помогает от всех болезней. Пчеловоды и кочевой пасеки Тюриных на этот раз привезли более 15 сортов меда. Все они разные по консистенции, цвету и по вкусу. Гречишный мед, акация, липа, цветочный, мед с прополисом. Сейчас в преддверии весны и праздника хочется пригласить жителей, гостей города на дегустацию меда. Купить мед с кочевой пасеки Тюриных можно только в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. Для покупателей всегда действуют скидки и выгодные предложения. 4,5 килограммов цветочного меда вы купите за 1000 рублей. При покупке одного вида меда 3 литров и более скидка 17%, а при покупке 5 килограммов 6 в подарок. Мы часто берем именно большой объем, где-то там 4-5 килограмм, но это точно целые там полгода, на год, как в зависимости от того, ну, что мы готовим. Иногда готовим там, то есть медовики, еще что-нибудь. Ну, в основном это, конечно, используем мед в травяном чае. Мед и по сей день остается незаменимым продуктом для всей семьи, ведь пчелиное лакомство содержит огромное количество витаминов, минералов, органических кислот, которые помогают компенсировать недостаток питательных веществ, особенно весной. Я, как мама, всегда покупаю мед у семьи Тюриных, потому что он натуральный, потому что он вкусный. Добавляю ребенку в кашу. Спешите за вкусным медом. Урожай 2022 года кочевой пасеки семьи Тюриных с 15 по 26 февраля. Ждем вас в бизнес-центре Тверь на Смоленском 29 и в торговом центре Олимп на Тверском проспекте 2.